После работы Ильдар Кадыров торопится не домой, а к тем, кто нуждается в лекарствах. За два дня обошел более 20 адресов. Многие лечатся на дому, выйти в аптеку не могут. Они забирают, значит, я отхожу, они забирают, я сфотографирую потом. Все, ухожу, все. Лекарства переданы, они довольны. Адресов много, говорят волонтеры. Только сегодня в списке более 50 точек. Лидия Мешкова от ковида лечится дома. Мужа с таким же диагнозом положили в больницу. Молодцы. Куда я выйду? Я же не могу. А я одна. Муж вообще в больнице. Волонтерскую помощь организовали председатели советов местного самоуправления Нижнекамска. Сначала лекарства сортируют, потом распределяют по микрорайонам. Количество заболевших коронавирусом растет с каждым днем, говорят здесь. Сейчас как никогда нужны неравнодушные люди. Хотелось бы, наверное, призвать тех неравнодушных жителей города Нижнекамска, которые тоже могли бы внести свой вклад, частичку вот в это доброе дело. Если они хотят нам помочь в раздаче данных лекарств, у них есть машина, или есть свободное время, 2-3 адреса заехать, то могут обратиться к нам в СТОСНК, либо лично ко мне. Одиноким пациентам лекарства доставят. Медикаменты из общественных центров могут забрать и родственники заболевших. Конечно, удобно. Ходить никуда не надо, бегать опять, искать. Работа по доставке лекарств больным коронавирусом продолжится, пока есть необходимость. Сейчас же в Совете местного самоуправления очень ждут добровольцев. Лия Хайрудинова, Лера Муратова, Булат Абдульманов, ТНВ, Нижнекамск. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.